Что, друзья, итоги нашей рыбалки, получился вот такой вот улов. Видно, не видно. Наверное, где-то с десяток окунишек. И одна небольшая фанерка. Кормил, в магазин заехал, купил. Такая вот. Дунаев. Зимняя лещ. Прикормка. То есть светлая вот такая. То есть я ей как бы и прикормил. Ничего сюда не добавлял больше. Вот чисто ей. Запах вкусный. Не знаю, что это. Что-то сладкое. Поклевка на ближнюю. И вот рядом тоже поклевка. То не на одну, то на две сразу теребит. Приехал вот на такой собаке. Форза 6,5 лошадиных сил. Вон там вода, если видно. Под снегом воды много. Ну ничего, вроде доехал. Сверху снег плотный, видимо. И не провалился, как бы это хорошо. Увидел воду только тогда, когда приехал на место. Так, вон там рыбаки, если видно, уже вот ходят. Там два, там рыбак. Там он рыбак уже. Чуть дальше вон за ним тоже рыбак. То есть люди подтягиваются, рыбаки подтягиваются. Будем рыбачить дальше. Мишка.
уже лещ у нас. Получается, топор сделал, столбик образовался, ну и вот результат. Первая фанерка. Рыбалка удалась. Лунки накормили. Рыба подошла. Клюнула. Ничего не дала. Все просто. Thank you.
зима. Ладно, чё, бывает. Долго я её ждал просто. Хотелось поймать. Ну ничего, хорошо.